Всем привет, меня зовут Александр. Я в очередной раз прошел курс PokerPro, и я очень доволен тем результатом, которого добился. Несмотря на то, что результат не самый впечатляющий, но, во-первых, данный результат не минусовый, а во-вторых, то, что результат не ошеломляющий, больше связано с количеством игры, а не качеством. Потому что курс был очень интенсивный, и уделять игре больше 2-3 часов в день, к сожалению, мне не удалось. Поэтому хочу сказать, что я хорошо прокачал свой скилл в этот раз, и поэтому очень доволен. Я по-новому взглянул на какие-то привычные для себя стратегии и узнал много нового полезного за время курса. Это и как использовать связки статов, и как определить низы спектра полублефа, кола, вэлю, бета, о важности околоигровых моментов. Курс – отличная база для новичков и для тех, кто в покере уже давно. Самое важное, что дал мне курс, это система и регулярность. Я в очередной раз убедился в том, что как важно планировать свой день, неделю, месяц, год. Потому что без планирования я, наверное, не смог бы выполнить все домашние задания курса, быть отличником каждую неделю. Теперь я точно знаю, что те, кто говорят, что у них нет времени на работу над игрой, просто они врут, в первую очередь, сами себе. А еще с командой мы нашли для себя отличную привычку. Это еженедельные созвоны. Причем не обязательно на этих созвонах разбирать раздачи. Иногда важно просто поговорить, обсудить околоигровые моменты. Потому что психология – это тоже очень важная составляющая покерного профессионала. Курс рекомендую проходить всем. Тем, кто первый раз про него слышит, тем, кто уже проходил. Если вы хотите стать профессионалом в покере, то первый шаг начинается с курса Poker Pro. Всем спасибо. Пока.